Добро пожаловать всем без исключения на нашу грандиозную выставку «Вара Шоукейс» вместе со мной, руководителем отдела мероприятий «Вара Events. И именно здесь вы найдете все последние новости и анонсы, а также то, что ждет компанию «Вара» в будущем. Мы отправим вас в путешествие, основанное на видении и бренде «Вара», а также представим закулисную возможность познакомиться с командой «Вара», которая воплощает нашу мечту в жизнь. Вот подробное пошаговое руководство по новому и долгожданному бэк-офису приложения «Вара» и нашей новой дорожной карте. Мы узнаем, как вы можете стать основателем компании вместе с Ником Ванденбергом, а также пообщаемся с нашим специальным гостем и председателем правления Робом Херсовым. Оставайтесь со мной до самого конца, где я расскажу вам о предстоящих мероприятиях «Вара» изнутри. Добавьте к этому, что вас ждет невероятный розыгрыш призов, в котором вы определенно захотите получить шанс на победу. Я дам вам подсказку. Это абсолютное физическое бегство от реальности. Эта витрина самая большая, с захватывающими анонсами, размещенными слева, справа и по центру. Так что я присоединяюсь к этому шоу и обращаюсь к вам, Грег. Здравствуйте, я Грег Стивенс, генеральный директор компании «Вара». В настоящее время происходят замечательные события, и вы выбрали прекрасное время для того, чтобы стать частью движения «Вара». В течение последних нескольких недель мы рассказывали вам о некоторых захватывающих событиях, происходящих за кулисами, в частности о прорывах в сети Lightning второго уровня. Этот и другие влиятельные представители АПС позволили нам не только переосмыслить наш бренд, но и оставаться верными обещаниям, революционизируем индустрию блокчейна, игр и прямых продаж. Как вы можете себе представить, это привело к значительному количеству изменений. Но помните, что независимо от того, какие новые события могут произойти, мы всегда придерживаемся одних и тех же основных принципов и ценностей. Те, кто занимается инновациями, всегда стремятся исследовать новые идеи и технологии для улучшения нашей платформы и услуг. Мы расширяем наши возможности, предоставляя отдельным лицам и сообществам больший контроль над их экономическим будущим, обеспечивая прозрачность путем предоставления нашим пользователям четкой и точной информации о нашей платформе и услугах. Сообщество – создание сильного и поддерживающего сообщества геймеров, сетевиков и трейдеров для создания устойчивой экосистемы для пользователей. Имеет важное значение для достижения нашей миссии. Мы стремимся обеспечить, чтобы у каждого была равная возможность участвовать в экономике цифровых активов, а также совместимость и неизменность цифровых активов. Чтобы дать людям истинную экономическую свободу, достигается за счет обеспечения им реального права собственности на свои активы и возможности поступать с ними так, как они считают нужным. Руководствуясь этими ценностями, мы приступаем к выполнению миссии компании «Вара», направленной на то, чтобы изменить ситуацию в отрасли. Разрушение – это термин, которым часто пользуются. Но у нас действительно есть средства для того, чтобы искоренить статус-кво как в сфере азартных игр, так и децентрализованных финансов, а также там, где они пересекаются. Мы совершаем революцию в том, как отдельные люди в сообществах создают и хранят цифровые богатства, разрушая глобальную игровую и финансовую индустрию. Так что же дает нам уверенность в том, что мы можем назвать себя разрушителями отрасли? Все сводится к тому, что у нас есть мощная служба поддержки пользователей и технологические достижения, которые позволяют нам лидировать в нескольких отраслях промышленности. Давайте поговорим о сети биткоин-лайков второго уровня и о том, чего добился в ней наш главный архитектор игр Доминик Бойковиц. Второй уровень революционизирует игровую экосистему, особенно в том, что касается нашего продукта Тарвара. Позволяя токенизировать каждый внутриигровой актив и создавая подлинную совместимость владения в игре. Игровые предметы. Мы говорим о полномасштабной торговой площадке аукционного дома MoRPG, внутриигровой торговле и одноранговом взаимодействии со всем компонентом хранения данных видеоигр, существующим на блокчейне. Это значительное новшество, которое невозможно осуществить с помощью технологии первого уровня. Проще говоря, Web3 обеспечивает превосходное решение таких проблем, как защита от DRM и владение активами. С помощью второго уровня мы привносим масштабируемость и снижение комиссионных в смарт-контракты и токенизацию, позволяя более эффективно токенизировать активы. Все эти инновации помогают нам реализовать цель стать эквивалентом Steam на крипторынках, а также нашу потоковую передачу байтов, которая фактически является одной из форм технологии сжатия данных. Чего нам удалось добиться, так это того, что мы нашли способ манипулировать зашифрованными пакетами таким образом, чтобы уменьшить их размер в 140 раз, без потери какой-либо безопасности или задержки. А это, в свою очередь, означает, что мы можем значительно сократить объем использования наших данных не только нашими пользователями, но и нашими серверами.
Благодаря более эффективному размещению данных по конкурентоспособной цене, мы сможем объединить миллионы сетевых пользователей, геймеров и бизнес-послов в открытом мире. Это открывает широкие возможности для одновременного участия в масштабных мероприятиях, таких как проведение турнира с участием тысячи человек, и изучение непроверенных инновационных идей. Подводя итог, основываясь на наших ценностях, миссии и невероятных инновациях, мы пришли к пониманию видения VARA, заключающегося в расширении возможностей создания и хранения цифрового богатства путем разрушая глобальную игровую и финансовую индустрию, позволяя отдельным людям напрямую контролировать свои финансовые свободы. А теперь давайте познакомимся с невероятной командой, которая помогает воплотить это видение в жизнь. Привет, я Майк Сондерс, технический директор компании. Я художник по трехмерным играм. Я менеджер отдела поддержки клиентов. Я являюсь менеджером по работе с социальными сетями. Я возглавляю отдел веб-разработки. Я являюсь старшим разработчиком. Я являюсь старшим графическим дизайнером. Я являюсь автором сценария игры. Я являюсь трехмерным дизайнером и видеоредактором. Я являюсь главным архитектором игр. Я являюсь руководителем отдела технической поддержки. Я являюсь ведущим специалистом по игровому искусству. Я художник по трехмерному изображению. Я старший арт-директор и дизайнер. Моя роль заключается в том, чтобы возглавить отдел разработки игр. Я являюсь трехмерным дизайнером и видеоредактором. Я являюсь разработчиком игр. Я младший разработчик игр. По своей сути, то, чем мы занимаемся, будь то разработка игр, работа с блокчейном или в веб-пространстве, действительно охватывает понятие открытого исходного кода и совместной работы. Мне нравится корпоративная культура компании. Я думаю, что это потрясающая команда, очень талантливая команда. Для меня было большой честью быть частью этой команды. Каждый день, приходя на работу, я испытываю огромное воодушевление. Мне действительно нравится находиться здесь и быть частью того, что мы делаем. Это действительно захватывающая часть моей повседневной жизни. Я очень люблю своих коллег. У нас очень много кофе из новой кофейни, так что как бы то ни было. Мне приходится приходить на работу, придумывать криптоинструменты, создавать смарт-контракты, создавать видеоигры. Это действительно работа моей мечты. Каждый день мы постоянно пытаемся внедрять инновации и делать как можно более интересные вещи. Каждый день перед нами встают сложные задачи, и то, как их решить, всегда прекрасно. Вокруг того, что мы строим, определенно царит настоящий ажиотаж. Звезда нашей вселенной, по-видимому, будет казаться бесконечной, и в каком лучшем месте мог бы желать оказаться писатель, чем в таком положении прямо сейчас. Я никогда не вернусь назад, это уж точно. Именно здесь мое место и должно быть. А теперь пришло время рассказать об обновленном и великолепно проработанном бэк-офисе VARA, ваших воротах во вселенную VARA, конечной точке назначения, где вы сможете постичь все четыре столпа VARA. Подключайтесь к приложению мирового класса, выполняйте задания, составляйте таблицы лидеров, проводите рекламные акции и используйте его в качестве стартовой площадки для всего захватывающего игрового контента, такого как Star Wargame. Новый бэк-офис зарабатывает благодаря невероятным компенсационным планам, системам продаж, личному потреблению через наш новый маркетплейс и магазин цифровых активов. Так что давайте начнем с путешествия пользователя VARA. Отправной точкой вселенной VARA является ваша приборная панель. Для тех из вас, кто недавно зарегистрировался,
есть быстрый доступ к доступным пакетам, которые помогут вам начать свое приключение по заработку. Двигаясь дальше, на панели мониторинга вы получите общий обзор всей необходимой информации. Вы можете просмотреть свой профиль, текущий ранг, свой заработок, общий уровень ЭВП в одном месте, в то же время имея доступ к вашей рекламной ссылке, чтобы легко создавать свои команды. Добавьте к этому краткую информацию о последних рекламных акциях и новостях, которые вы не пропустите ни в коем случае, а также все невероятные обновления. И информационная панель действительно поможет вам держать руку на пульсе вашей организации. Как только вы ознакомитесь с общим обзором, мы перейдем к разделу о доходах. Здесь вы сможете увидеть объем продаж, который вы накопили за неделю, месяц, год, и, что очень важно, суммы выплат, на которые вы претендовали. Не говоря уже об эксклюзивных цифровых активах, которые вы заработали благодаря шлемам основателей, коробкам с добычей и другим ценным предметам. Затем мы переходим к нашему бизнес-разделу, который действительно является краеугольным камнем нового бэк-офиса, предоставляя вам глубокое погружение во все, что связано с вашей организацией, структурой и тем, как ты зарабатываешь все больше и больше. На основе этого обзора вы можете получить общее представление о результатах деятельности организации в разбивке по вашим левым и правым командам с указанием общего количества набранных очков, рекомендаций команд и результатов работы нижестоящей команды. Наша оригинальная цветовая кодировка позволяет вам на лету визуализировать структуру вашей организации, давая вам визуальное представление о результатах деятельности вашей организации. А теперь мы переходим к нервному центру нашего приложения, вкладке «Команда», где вы можете получить доступ к своей генеалогии или организационному древу. Обратите внимание, что ваши левая и правая команды имеют цветовую маркировку для быстрого и удобного ознакомления. Слева золотая, а справа сиреневая. С этого момента вы можете легко выстроить структуру своей системы так, как считаете нужным, и спонсировать большее количество партнеров. С первого взгляда цветные стрелки указывают вам на пробелы в вашей организации. Одним нажатием кнопки вы можете непосредственно поместить отдельных сотрудников в эти пробелы. Для быстрого просмотра вашей команды и их индивидуальных объемов продаж, вы получите представление о том, как ваши руководители работают на индивидуальной основе, выделив полезные показатели, которые помогут вам создать наиболее надежную команду. А теперь мы рассмотрим данные о продажах, которые дают вам подробную информацию об объеме продаж слева и справа от вас и ваших баллах ЭВП, а также о переносе ваших баллов ЭВП после сопоставления. Тем не менее, если верить счетчику, он показывает процентное соотношение объема. Накопленные продажи команды в разбивке по переносу, по дате, по объему показывают самые последние продажи. Наши таблицы лидеров предназначены не только для того, чтобы показать вам, где вы занимаете место по всей платформе VARA, но и для того, чтобы отметить наших участников, которые подают пример, которые благодаря упорной работе создают сильные команды и сокрушают продажи. Мы надеемся, что вы черпаете вдохновение из их достижений, вступая на свой путь к успеху. И это еще не все. Мы упростили работу вашего бэк-офиса с помощью раздела «Проблемы». Зарабатывайте баллы и получайте награды, выполняя ежедневные, еженедельные и ежемесячные задания. Зайдите в раздел «Проблемы», чтобы узнать, какие достижения вам доступны для разблокировки и необходимые шаги для этого. А затем мы перейдем к моим активам. В разделе «Мои активы» вы сможете увидеть всю ценность, которую вы собрали и сохранили за время работы с VAR. Будь то торговля, покупка, разблокировка или вознаграждение, именно здесь ваши цифровые активы предстают во всей своей красе. Начиная с коробок с добычей, косметики, космических кораблей и других ценных игровых активов, вы сможете изучить каждый из них, чтобы проверить их статус редкости, ценность и другие детали. А теперь заходите в наш магазин. Этот магазин является центральной торговой площадкой нашего бэк-офиса. Вы хотите собрать еще больше активов? Зайдите в магазин, где вы сможете ознакомиться с цифровыми активами, которые продают другие люди. С первого взгляда посмотрите на товары, их стоимость и статус редкости, и добавьте их в свою коллекцию активов. А теперь перейдем к рекламным акциям. Держите себя в курсе того, что происходит в разделе «Рекламные акции». Будьте в курсе всех последних рекламных акций и розыгрышей призов. Вы не захотите пропустить это событие. Компания Resources предоставляет вам самую свежую информацию о барах и новостях, информацию о рынке, обновления игр или просто возможность пообщаться с командой. Если вам нужна какая-либо помощь, перейдите на вкладку «Поддержка», чтобы получить быстрый и легкий доступ к нашему круглосуточному чату в режиме реального времени. Давайте перейдем к вашему профилю. Здесь вы можете настроить свой профиль, данные и аватарку, загрузить свои данные
Kick и добавить адрес своего кошелька для получения выплат, над которыми вы так усердно трудились. Небольшое напоминание. Просто пройдя полную аутентификацию, вы можете выполнить свой самый первый вызов и заработать значок, так что пройдите аутентификацию. Итак, учитывая все изменения, которые мы претерпели, давайте взглянем на нашу новую дорожную карту и на захватывающее будущее, которое ждет компанию Vara. Сегодня мы вступаем в период подготовки к запуску нового бэк-офиса Vara. Сейчас мы подошли к тому этапу, когда завершили нашу предпродажную подготовку, объединив Star Horizon и Star Vara в один единый продукт Vara. Это был невероятный процесс, который принес свои плоды благодаря инновациям и вкладу сообщества. Сейчас мы приближаемся к кульминации реализации концепции Vara. И в связи с тем, что запуск новой альфа-версии уже не за горами 19 июня, начался обратный отсчет времени. Это не только приближает нас к следующему этапу эволюции, но и служит напоминанием о вашей последней возможности стать основателем Vara. Совершенно верно, у вас есть всего 3 недели на то, чтобы получить доступ к эксклюзивному и наполненному ценностями пакету основателей, чтобы получить статус основателя во вселенной Vara. Подробнее об этом вам расскажет наш исполнительный директор Ник Ванденберг. Так что помните, что 19 июня состоится запуск совершенно нового бэк-офиса Vara. А теперь мы рассмотрим график работы в 3-м квартале. 31 июля вы станете свидетелями предварительного запуска нашего долгожданного нативного игрового приложения, которое выйдет в эфир в 3-м квартале. Именно здесь пользователи сети смогут получить доступ к истинной сути того, что представляет собой этот бизнес. Здесь вы получите доступ к создателю аватаров мирового класса и погрузитесь в первую фазу экосистемы Vara с революционными криптофункциями, предоставленными вам с помощью технологии 2-го уровня. У вас будет возможность отчеканить все свои токены, активы, цифровые товары и начать торговать в одноранговом режиме. Это также станет началом выпуска наших ежемесячных игровых патчей, в которых в нашем игровом процессе будут ежемесячно вноситься изменения и улучшения в его функции и функции, которые мы будем внедрять. Принимая во внимание, примите во внимание обратную связь от вас, от сообщества. В 4-м вопросе мы увидим невероятно интересные обновления, касающиеся обмена информацией об обмене Vara. Именно здесь действительно все сходится воедино, и вы сможете торговать своими токенами и активами на нашей собственной внутренней бирже Vara. После запуска нашего нового бэк-офиса сети еще предстоит сообщить о некоторых интересных разработках в этой области. Они будут включать в себя наш обновленный технический документ и все презентации компании, которые действительно покажут сети, насколько значимыми являются эти разработки. У нас также есть новые обновления игры по мере того, как игра открывает свое предложение Morpg с игровым процессом, перемещающимся на наши планетные системы, исследование космоса и квестовые линии. А затем перейдем к 2024 году и благодаря непрерывным обновлениям и исправлениям игры. В 2024 году мы увидим полноценный запуск игры Tarvara на ПК, консолях и всех других платформах. А с этого момента начнется непрерывное развитие постоянно расширяющейся игровой вселенной. Наша дорожная карта дала нам всем много поводов для оптимизма, но на этом дело не заканчивается. А теперь перейдем к нескольким действительно масштабным объявлениям. Во-первых, мы выводим наш игровой продукт на новый уровень. В 3-м квартале в связи с запуском нашего собственного игрового приложения мы представим новую программу заработка в киберспорте, которая станет частью обновленного компенсационного плана. Вы, представители сети, получите это сообщение, когда мы перейдем в прямой эфир с новым бэк-офисом. Это изменит то, как люди зарабатывают с помощью геймификации. И это возможно только благодаря 2-му уровню и нашей технологии потоковой передачи байтов. Эта функция программы заработка в киберспорте будет применяться на каждом этапе нашего внедрения в рамках нашей мобильной стратегии. Работая в тандеме с нашими ежемесячными обновлениями игр и патчами, мы будем проводить турниры с помощью механики «Играй», чтобы заработать с помощью нашей киберспортивной функции, которая позволит вам зарабатывать через сеть. Мы выводим игру «Играй», чтобы заработать на новый уровень. Подумайте о квестах на планетах, PvP-зонах, королевских битвах. Все они обладают этой функцией, которая дает вам возможность зарабатывать на этом, по-настоящему увеличивая ваш игровой опыт.
А теперь в заключение мы хотим сказать, что добились еще большего прогресса на фронте второго уровня. Приходите 17 июня на нашу эксклюзивную демонстрацию перед запуском нашего нового бэк-офиса. Мы собираемся продемонстрировать вам, как мы революционизируем индустрию игр, блокчейна и прямых продаж. 17 числа вы сможете узнать о том, как мы становимся лидерами отрасли, меняем и переосмысливаем все происходящее. Компания VARA действительно находится на переднем крае развития революционных технологий и потенциала получения прибыли. Большое вам спасибо. Поэтому мы начинаем с того, что приносит наибольшую пользу, а именно с эксклюзивного пакета услуг для основателей компании VARA. С момента запуска этой невероятной акции бесчисленное множество новых основателей присоединились к элитной вселенной VARA, увидев огромные финансовые возможности, которые предоставляют владение частью VARA. Поэтому я здесь для того, чтобы сказать вам, что у вас еще есть немного времени, чтобы воспользоваться этой возможностью на всю жизнь. У вас есть время только до 18 июня, прежде чем продажи пакета основателей подойдут к концу. Вот и все. В продаже больше ничего не будет. Но давайте кратко расскажем о том, что включает в себя пакет основателей и в чем заключается эта возможность, которую вы просто не хотите упустить. Вместе с этой стаей вы приобретаете невероятную ценность, предназначенную только для основателей вселенной VARA. У вас появится прекрасная возможность, которая будет стремительно расти, включая долю в нашей экономике, два узловых токена, все продукты, включенные в пакет Солнечной системы. А также невероятная идея основателя заключается в том, чтобы дополнить свой аватар аксессуарами и получить невероятные 2000 очков в двоичном коде. Как я уже сказал, эта невероятная ценность, заложенная в этой акции, доступна только до 18 июня, так что вы не захотите ее упустить. Именно так вы сможете увеличить свою ставку во вселенной VARA. И помните, что у вас есть возможность купить более одного пакета акций учредителей. Компания VARA — это нечто большее, чем просто компенсационный план. Здесь основатели могут извлечь выгоду из общей экономики, будь то от игр, участия, заработка, хранения или сбора богатства и ваших цифровых активов. Вы все сможете владеть частью этой вселенной. И ситуация с каждым днем становится все лучше и лучше. Сегодня у меня есть действительно захватывающие новости с точки зрения того, что мы предлагаем. Как объявил Грег, наша невероятная возможность заработать на киберспорте позволит вам вовлечь геймеров в экосистему так, как никогда раньше. Мы включаем все аспекты экономики VARA в новую программу заработка, в рамках которой вы сможете разблокировать вознаграждение за ставки с помощью токенов на DAO. А основатели будут вы сможете получить доступ ко всем этим невероятным новым возможностям получения дохода. Независимо от того, занимаетесь ли вы сбором, получением, хранением и привлечением клиентов через новый бэк-офис. В течение следующих трех недель, предшествующих 18 числу, мы предлагаем вам провести еще две невероятные акции, которые добавят вас во вселенную основателей. У нас есть бонус за быстрый старт, чего мы никогда раньше не делали. Продав пакет 5 основателей, вы получите наличные в размере $3 с нулевым результатом на свой кошелек в бэк-офисе. А во-вторых, человек, занявший первое место в таблице лидеров в течение следующих трех недель, отправится на отдых в семизвездочный отель. Именно так и есть. Сетевик, который продаст наибольшее количество пакетов основателей с сегодняшнего дня и до 18 июня, станет счастливым обладателем этого семизвездочного опыта. Вы сможете приобретать игровые абонементы не только для себя, но и для продажи внутри вашей организации и сети. А это означает, что вы действительно сможете привлечь геймеров, и сетевики вовлекаются в эту невероятную киберспортивную возможность. В ближайшие месяцы нам предстоит еще многое сделать. И, наконец, это не поразило вас с точки зрения вашей способности зарабатывать с помощью VARA и того, почему мы лидируем в мире с устойчивой экономикой, которая позволит вам расти месяц за месяцем, благодаря вашим способностям зарабатывать. Сейчас мы открываем возможности для личного потребления в бэк-офис, который позволит вам покупать косметические товары, коробки с добычей и все различные цифровые активы, связанные с VARA. Я не могу дождаться, когда сделаю еще одно объявление о вашей способности зарабатывать на нашей вселенной VARA. Я обращаюсь к вам, Снел.
Спасибо вам, Ник, за то, что вы раскрыли мне огромную ценность того, чтобы стать основателем компании Vara. И в свете ограниченного времени, которое у нас есть в распоряжении, чтобы вернуть основателей обратно, у нас есть для вас задача с очень-очень достойной наградой. В рамках эксклюзивной рекламной акции для основателей компании появилось эксклюзивное пятизвездочное праздничное приложение, которое можно приобрести бесплатно. Подробности об этом удивительном опыте будут объявлены в ближайшие недели. Желаю вам всем удачи. Давайте перейдем к сегменту мероприятий Vara Event. Именно здесь вы найдете обновленную информацию обо всех последних событиях и предстоящих событиях. Особенно, когда я и моя команда будем летать по всему миру, чтобы встретиться со всеми вами лично. С учетом вышесказанного я могу вам сказать, что во второй половине этого года мы будем проводить прямые трансляции мероприятий в Дубае, Японии и Соединенных Штатах Америки. Свяжитесь со мной позже, чтобы узнать более подробную информацию и даты проведения. Мы будем с нетерпением ждать встречи с вами. Что бы вы ни делали, не пропустите дальнейшие объявления и важные детали, так что оставайтесь на связи и не пропускайте ни одного удара. До скорой встречи со всеми вами. Вы можете с нетерпением ждать нашей большой демонстрации 17 июня, где мы проведем наше мероприятие Alpha Launch Showcase до официального запуска новой системы. Живи в прямом эфире. Здравствуйте, я Роб Херсов, мне 62 года. В конце этого года мне действительно исполнится 63 года, и я являюсь председателем правления и инвестором компании Грег Стивенс и ее команды в Vara. И я очень взволнован работой компании Vara. У меня есть опыт работы в области средств массовой информации, технологий, спорта, финансов, авиации. И хотя я уроженец Южной Африки и в настоящее время живу в Кейптауне, я провел 31 год своей жизни за границей. 6 лет я прожил в Штатах, 25 лет в Европе и Великобритании. И я много чего сделал в более широком секторе медиа и технологий Tempt, но я предполагаю, что все это началось после окончания Гарвардской школы бизнеса. Я работал правой рукой Руперта Мёрдока в нью-йоркской компании News Corporation. И это был экстраординарный опыт сам по себе. Я также создал команду медиа-инвестиционного банкинга Morgan Stanley в Лондоне и довольно быстро понял, что мне никогда не стать лучшим инвестиционным банкиром в мире. Но я узнал об этом раньше них, двинулся дальше и связался с выдающимся южноафриканским предпринимателем и бизнесменом по имени Йохан Руперт, где в течение 8 лет я помогал ему построить третий по величине бизнес платного телевидения в Европе. А что касается бизнеса платного телевидения, то мы занимались абонентским телевидением, находились на ранних стадиях развития многоканального телевидения. И я работал в этой организации в самом начале появления интернета. А также Крис Бекер, открывший для себя компанию Tencent, экстраординарный предприниматель, еще один экстраординарный южноафриканский предприниматель. В те дни говорили о будущем цифровых технологий и интернета. Так что это меня немного встревожило. Я основал компанию, которая стала крупнейшим в Европе интернет-бизнесом по производству спортивных СМИ под названием Sportal, но она потерпела неудачу. Мой большой бизнес потерпел неудачу в жизни, но благодаря неудачам вы многому учитесь. И с тех пор я был вовлечен в работу в целом ряде других отраслей промышленности. Но мы с Грегом познакомились друг с другом около 6 лет назад. А дедушка Грега Стивенса, Гэвин Ралли, и мой отец были самыми лучшими друзьями. Гэвин Ралли, как и мой отец, руководил одной из крупнейших горнодобывающих промышленных компаний в Африке. И хотя они соперничали друг с другом, на самом деле они были очень-очень близкими друзьями. Так что я знаю Грега и его семью уже на протяжении 3 поколений. К тому же мы с Грегом вместе входили в совет директоров одной публичной компании в Австралии. Мы вместе реализовали множество инициатив, стали большими друзьями, которым можно доверять, И когда он рассказал мне о своем видении компании Vara, ее оригинальных парнях и оригинальной концепции, я сказал: «Я согласен, я всегда с вами». И поэтому я стал соинвестором совместно с Грегом. Я нахожусь здесь в качестве друга, советника, председателя правления, и я верю, что это единственная возможность в моей жизни, и надеюсь, в вашей тоже. Так что это очень важная возможность. Я хотел бы принимать в этом более активное участие, но у меня есть другие дела, о которых я должен беспокоиться. Но Грег, Дом, Ник и вся команда лучше команды, чем это вам не найти. И я действительно в это верю. И я счастлив продолжать выписывать чеки, продолжать инвестировать и продолжать участвовать по мере необходимости, чтобы добиться успеха, которого вы, я, Грег и команда хочет, чтобы так оно и было, и она этого заслуживает.